Здравствуйте. Ну, это как пример, как мы используем горизонтальный режим, конкретно в порте. Да? Но я его использую чаще всего для рамочных фасадов, но для косого шурупа я практически не использую. Это сейчас вот у меня назрела необходимость его использовать. И так я подумал, что как раз под руку мне попало, чтобы вам показать. Итак, если мы просто упрем нашу одну деталь, ну, в кнопке, да, и подожмем здесь в торец, то у нас очень четко здесь будет эта деталь поднимается. Поэтому мы отпускаем. И вот эту деталь мы сначала прижимаем к столу. И теперь уже смотрим. Как мы видим, идеально. Если у кого-то что-то будет не выходить, то можно еще сбоку, с этой стороны, спокойно воспользоваться и прижать, да? Вот она у меня что-то не попадает, она под углом. Наверное, здесь не хватает пространства ей просто. В общем, суть понятна, да? То есть здесь мы его тоже прижимаем, если есть такое желание. Но здесь его не возникает. Вот, собственно, один из примеров, как используется горизонтальный прижим. Но я думаю, что я запущу короткие видео, где я их использую. Всем спасибо. Надеюсь, вам было интересно.